Яу-яу-яу-яу-яу! Эхей! Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей. И это канал Александр Смит в исполнении Месси Смит Плей. Это, друзья, Splinter Cell. Double Agent. Двойной агент, друзья. Тот самый, кто создает хаос. Хакер! Айтишник! Мы будем, друзья, с вами его узнавать как можно ближе с каждой серии, вспоминать этого самого Сэма Фишера. Правда будет услышана! Услышана правда будет! Ты готов посмотреть в исполнении Месси Смит Плей? Поехали смотреть. Средний уровень игры. Конечно же, да. Это для экспертов, да, двойной агент. Давайте, друзья, для опытных игроков, игравшие в эту игру уже раньше, да. Когда-то я в нее играл. Средний уровень, друзья. Фишера, опа! Сэма Фишера впечатлить. Вот так вот эпично я падаю сюда красиво, да. Impressive. Impress. Окей, исследовать станцию надо нам. Что мы здесь делаем, Ламберт? Сообщение о подозрительной активности в этой зоне. Но не забывай, что это лишь разведывательная миссия. Ты можешь проникнуть на станцию через водозабор на дне озера. Все данные в твоем обсате. Ясно. Поехали. Положитесь на нас, сэр. Окей, Сэм Фишер, продемонстрируй нам себя. Покажи-ка нам, удиви-ка нас. Продемонстрируй себя, окей. Здесь два охранника. Избавьтесь от них по-быстрому. Да, без проблем. Только так у нас умеет Сэм Фишер. Агент Фишер уверен, вы бы сделали точно так же. Без проблем, чувачок, окей. Нашу эту самую оптику я включаю. Я вижу чувачка, чувачка вижу. Опа, вот так вот нормально, Сэм Фишер. Ох! Эффектно, как впечатлил я тебя, да? Impressive, man. Проверка связи, как вы? Слышим вас хорошо. Я думал, это наблюдательная миссия. Произошли некоторые изменения. Какие изменения? Есть данные о прибытии нескольких исламских террористов в Исландию. Все ведет к этой станции. Если так, малыша надо снять с задания. Он этому не обучен. Будет только обузой для нас обоих. Босс, продолжайте выполнение задания. Просто прикрывай его. Спутниковая картинка показывает две возможных точки входа. На твоих часах электрический кабель на 11, а дорога на 2. Окей, я уже это самое выполняю, я уже это самое понял, да, тут чувачок спит, хорошо, что он не проснулся, а то бы я его убил бы красивенько, да, потому что да. Я так же, как и ты, мой друг, может быть, не зная сюжет, не знаю, вспоминая сценарий, плохо его знаю, поэтому вспоминаю. Русификатор себе поставил, потому что, друзья, на английском это совсем не то, совсем не это, совсем не это, зачем это все самое, пусть будет дубляж. Дубляж неплохой, я поэтому пусть станцию. И будет. Так, окей.
Малыш, малыш, ты не торопись. Я аккуратненько, спокойненько перелезу, вот так вот красивенько перебегу, сюда залезу и дальше посмотрю на эту самую станцию. Спокойно, ты без меня не начинай, без меня не продолжай. Я Сэм Фишер. Я вспоминаю, кто ты такой. Я так понимаю, друзья, чувачок, он непростой. Правда будет услышана красиво. Проникаем на станцию, друзья, не подняли эту самую тревогу даже мы с вами. Мы просто красавцы. Просто сегодня такая, друзья, у нас хорошая такая атмосферка. Луна светит красиво, все самое. Окей, Сэм Фишер, посмотрели мы в его глаза, друзья, не знаю насчет Макса Пейна. С фасада нам не пробраться. Должен быть путь через крышу по вентиляции. Джон, у меня для тебя особое задание. Слушаю. Отключи вентиляцию рядом с главным входом, чтобы Фишер мог пробраться в здание. Есть. А нам не нужны легкие пути, мы пойдем на пролом красиво. Окей, ну да, вот сейчас вот так вот красивенько этих чувачков на себя приму. Чувачки, сюда подошли. Чувачки, сюда подошли, сказал. Вот это датчик обнаружения, друзья. Если желтый, то значит подозрение. Если красный, то пизда пришла. То значит все, Сэм спалился. Сэм Фишер спалился. Чувачок, сюда подошел. Вы походу... А, мы с вами в Исландии. Да, мы... я сюжет плохо знаю, друзья. Я себе бесслушно это самое пистолет возьму. Это глушитель, спокойно, да. Это, друзья, не Макс Пейн, понятное дело. Это не Хитман. Бесшумный напролом. Это не тот самый, да, я знаю... Насчет рая не знаю, но в ангелов я верю, это не Макс Пейн, это не тот самый совершенство исполнения Мистер Уникум 47-й, это Сэм Фишер, сюда подошел, я тебя убрал, сюда подошел, я тебя по кусочкам разобрал, я айтишник, чувачок, все, пока, опа, опа, найс, Сэм Фишер, найс. Тихо-тихо, аккуратно, тут музыка такая играет, я красивенько, нет, чувачок там впереди, поэтому не вариант, чувачок, подожди, я уйду. Я все-таки Каспер активно, наверное, буду действовать, потому что это все-таки игра Splinter Cell. Хорошо, тихо, желтая, датчик обнаружения. Так, этот чувачок нам нужен, нужен узнать у него код. Чувачок! Опа! Мне от тебя кое-что нужно. Код к воротам? Почему бы и нет? 1977, только не убивай меня! О! Воу, 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 воу. Ха, усюка. Батареи, походу, я не знаю, я его не убил, но батареи он хорошенько приложился. Так, вот эта вот херобора, которая здесь вообще мне не очень нравится, друзья, я уже игру запускал, немного смотрел, немного изучал, немного вспоминал, поэтому сейчас играю красиво. А почему бы нет? Почему бы нет? Почему бы вот так вот? Как это работает, я что-то до сих пор не могу понять, друзья. Слишком непонятно, друзья. Я русификатор кинул на эту игру, друзья. Она изначально была на английском. Потом русификатор закинул, только получились... Начало, столько вставка была на русском, а дубляж все равно был английский. Потом русификатор еще один закинул, и все нормально заработало. Перевод есть. А как вот это херобора работает? А вот так вот, все, ворот открываю, дальше иду. Чувачок что-то запалил. Чё-то спалил, чувачок, чё-то... Чувачку не понравилось, спокойно. Я чувачка, наверное, сейчас уберу, потому что, друзья, это надо. Мне нравится, я играю в стиле не конспирактивно, не бесшумно. Хотя можно, друзья, как можно лучше, как можно элегантно пройти этот момент, друзья. Я не очень помню сюжет, я не очень помню, кто такой Сэм Фишер. Я в эту игру играл, друзья, но я вообще не помню. Чувачок ушел, красиво, Сэм! Опа, чувачок! Прекращай! Ох, ох, сегодня, ох, сегодня стреляю, как? Играю ночь, поэтому готов. Вентиляция отключена, Фишер. У тебя есть 10 минут. Целых 10 минут? Отлично, оставайся там, прикрывай Фишера. Тихо, красиво, луна светит, я готов. Тихо, кувырки делает Сэм Фишер, красиво кувыркается, нормально. Наверное, с девочками тоже кувыркается неплохо. Погоди, и мой путь свободен. Так будет быстрее. Я пойду проверю. Ты должен прикрывать Сэма. Оставайся на месте. Джон! Джон, отвечай. Сэм, прыгай в вентиляцию, пока она снова не закрылась. Что будем делать с Джоном? Остается только молиться, чтобы он не сдал тебя. Маленько тут уже не очень. Маленько зафейлился Сэм. Маленько расстроился то, что надо прикрывать, там кто-то вперед идет. Внимание, здесь посторонний! Внимание, здесь посторонний! А вот и поймался, да, Джон? Да, друзья, он поймался. Главное, чтобы он нас не сдал. Ох ты, ё! Твою мать, фак!
Его убили, его застрелили, спокойно. Вот это операция, друзья, вот это Исландия, вот это Splinter Cell, вот это начало, вот это пилотная Оставьте серия. Оставьте тело и продолжайте работу. Эвакуация 15 часов. Он не раскололся. Нет, но он погиб. И этого можно было избежать. Окей, Сэм, Сэм, не паникуй, это миссия, это операция, это задание. Тихо, друзья, вот так вот красивенько перекатываемся, аккуратненько, чтоб не спалились. Я на месте. Ламберт. Надо сохраниться, наверное. Есть баллистическая ракета. Она готова к запуску. Техподдержка. Вижу твой сигнал. Тебе не хватит времени, чтобы обезвредить ракету. Выбор. Хорошие новости. Мы можем отменить запуск. Но ракета взорвется на месте, как только ты отключишь систему. Сколько времени? На эвакуацию? Максимум 60 секунд. Говори, что делать. Итак, вначале ты должен найти панель управления ракетой. Кран ручного спуска должен быть под крышкой на поверхности ракеты. Так. Что-то не то делаю, спокойно. Вот тут я уже подзабыл, что нужно делать. Прям вообще подзабыл. 5 минут до запуска. Не-не-не, это обратно. Походу, там надо было по трубе, что ли, ползти или как-то. Так, окей, спокойно. Сэм, если ты не поторопишься, погибнут сотни людей. Сейчас все нормально будет, спокойно. Сейчас надо понять только где, куда. Вот сюда, походу, да? Тихо. Вот, да, сюда, правильно. Главное, что нас не спалили. Да в смысле? Чувачок! Окей, друзья. Дубль 2, спокойно. Как в фильме. Мотор, камера готова, все, поехали, спокойно. Чё-то маленько отвлекся, кто-то туда пошел, туда зашел, ту нажал херобору, это нажал херобору. В общем, друзья, зафылился по полной программе, друзья. Ладно, я все понял. Теперь взломай бортовой компьютер ракеты и отключи систему запуска. После этого убирайся оттуда как можно скорее. Сэм, если ты не поторопишься, погибнут сотни людей. Окей, в темпе, все как быстро действует, только как Кларк Кент Супермен, очень быстро, в быстрых традициях все делает Сэм Фишер, спокойно, вот это вот просто офигенная сейчас будет штука, спокойно, друзья, я уже изучил, что нужно делать, сейчас спокойно, главное, чтобы чувачок нас не спалил, потому что, друзья, если нас спалит чувачок, то все, нас расстреляют, как последнего дурачка, мы сейчас, друзья, с вами как в стиле Бэтмена или как, там, неважно, он спускается, короче, вот так вот красивенько, смотри-ка сейчас что делает, опа! Оу, найс, Сэм! Что вытворяет Сэм? Я даже не знал, что он такой айтишник. Так, спокойно, друзья, эта херобора работает вот так вот, спокойно. Работает в трех режимах, друзья. Находим, входим, ждем доли секунды и вот так вот, да. Нормально, красиво, я вот так вот все. Софт-говно, ваш софт-говно, я айтишник, я еще тот самый, да. Хакер, херов чертов, спокойно. Так, чувачок там впереди, поэтому ушел, чувачок! Прощай, чувачок! Так, Сэм Фишер никого не щадит, никого он не жалеет, он красивенько всех Теперь убирайся оттуда, ракета взорвется через несколько секунд. Вот и все, вот и nice, good, прошли первую миссию Splinter Cell. Вот так вот красиво, опа, сюда. Что случилось, Ламберт? Пару фейлов, но... Я сообщил ему все по возвращении из Исландии. Он тяжело воспринял эту новость, как любой человек, потерявший своего ребенка. И он уже никогда не станет прежним. Да, друзья, она здесь, она у нас, друзья. Создатель хаоса, Сэм Фишер. Правда. Говорят, то, что не убивает нас, делает нас сильнее. Сэм не умер. Но ему было нечего терять,
И он взялся за самую опасную миссию за всю свою карьеру. Так он оказался в каторжной тюрьме. С ним обращались, как с любым другим заключенным, не лучше и не хуже. Преступник должен выглядеть ужасно. Но Сэму не было нужды притворяться. С тех пор, как погибла его дочь, Сара. Ужасно видеть, как хороший человек так быстро теряет смысл жизни. Давай, подойди ближе. Я надеюсь, эта миссия даст Сэму новое дыхание. Он нужен нам. Тюрьма – вот чертовски подходящее место для того, чтобы спасти его жизнь. Окей, друзья. Мы все больше узнаем про Сэма Фишера. Кто такой Сэм Фишер? Зачем этот Сэм Фишер? 20%... Да насрать вообще в принципе. Мы с вами не играем на бесшумного убийцу какого-то. Мы с вами, друзья, играем как хотим. Мы поместили Сэма в Элсвордскую тюрьму. Для того, чтобы он встретился с одним из заключенных. Этот человек, Джейми Вашингтон, подозревался в связях с террористической организацией, название которой все чаще мелькало в сводках третьего эшелона. Мы хотели узнать, что они замышляют, а для этого нам нужен был свой человек среди них. Мы хотели, чтобы Сэм познакомился с Дженни, завоевал его доверие, помог ему бежать и отправился вместе с ним прямо в логово зверя. Исправительная, друзья, колония. 6 месяцев спустя, друзья, с того момента, как его посадили сюда. Вот так вот долго сидел здесь Сэм Фишер. Ты здесь? Это Джейми. Слушай, у меня есть план, как нам выбраться отсюда. Если, конечно, ты хочешь сбежать, потому что тоннель, который ты прокопал за последние полгода, пустая затея. Я слушаю. Молодец. Так вот, я собираюсь устроить здесь маленькую заварушку. Пока я буду занят здесь, ты сделаешь то же самое в блоке А. Где? Знаешь, центральный блок, где стоит башня наблюдения. Открой двери камер, и тут начнется веселье. Лефертс и МакКаллерс сделают то же самое в блоках С и Д, так что, если ты меня подведешь, тебя будет кому найти и наказать. Понял. Еще бы ты не понял. Теперь бери эту штуку и отправляйся. Пора пошуметь. Давайте пошумим. Там, правда... Что за херобора, можно в шахматы поиграть, что ли? Какая деваха. Я бы трахнул бы сейчас бы ее бы спокойно. Вот так вот. Вот так вот, друзья, вот так вот, Сэм Фишер, друзья. Энтузиазм от Сэма Фишера. Там еще плакаты этих самых девочек. Ладно, погнали вперед, спокойно. Сюда, в дырочку, поехали. Поехали. План побега, друзья. План побега, это фильм просто... Что тебе надо, Джейми? Ты только что прикарманил карту. Ты даже не играешь. Исчезни. Ты мухлюешь? Я не мухлюю, заткнись. Этот урод жуличек. Джейми, я тебя предупредил. Так, спокойненько. А сюда, красиво, хорош свистеть. Любит свистеть Сэм Фишер, походу, друзья. Ну, это типа отвлекающий момент какой-то или что-то еще такое, типа в виде прикола. Ну, перекатывается, мне, конечно, нравится теперь. Так, чувачки тут дерутся. Бунт, настоящий бунт. Фильм с Дольфом Лундгреном или план побега с Сильвестром Сталлоне, выбирая, какой лучше. Думаю, план побега будет получше. Так, спокойно, вот такой вот у меня нож есть. Опачки. Вот так вот красиво орудует Сэм Фишер, но это не новость. Нас этим не удивишь. В пилотной серии, опа, чувачок. Походу, ты моя следующая жертва. Главное сейчас... его не убивать, а спросите, может, что-то он интересного такого знает. Спокойно. Сюда вниз пойдет тот самый человек, который, опа, создает хаос. Настоящий хаос, друзья, он создает, потому что это Сэм Фишер. Спокойно. Я о нем плохо знаю, поэтому буду так же, как и ты, мой друг, тоже потихонечку узнавать, кто он и вообще зачем он. Спокойно. То, что он хакер, это понятное дело. Спокойно, я сейчас чуть не зафейлился. Я тихо. Усука, стоять. Усука. Как ты сюда попал? Хорошо.
Значит, тебе известно, что будет, если ты не скажешь. Он вон там. А код? 1403. Такой же, как и на двери внизу. Я знаю, ребята не ласково встретили тебя, но это не выход. Отдай мне нож. Я не знаю, что ты хочешь услышать, но убивать меня не надо, окей? Окей, окей, все нормально, тебе проломил спину, но не убил. Вырубил, но не убил, я да, спокойно. Так, 14.03, 1403 год или 14 марта. Ой, ну это, друзья, я без понятия, как это проходить. Да, с этим моментом я всю жизнь страдал, еще когда играл раньше в эту игру, друзья. Не понимаю, вроде бы простая эта херобора, вроде бы, но я опять забыл, как она работает, друзья. Ладно, друзья, сейчас буду узнавать, как она работает, от рендерю встретимся снова опять. Да, я забыл, как это работает, друзья. Давай. А, все, друзья, разобрался я с этой системой, друзья. Все, походу, друзья, все, больше это для меня не проблема, да. Все, разобрался я красиво, да. Спокойненько, аккуратненько, перевороты и красиво дальше, спокойно. Все понятно, там просто надо попасть на эту херобору, друзья. Он когда бьет ее, бам-бам-бам-бам-бам, и он ее открывает. Спокойно. Так, у меня есть пароль, поэтому я открываю. Пятерку я убираю, 14.03 нажимаю. Спокойно. Сегодня я все могу открывать, потому что я знаю пароль. Спокойно. Спокойно, тихо, Сэм. Сэм, аккуратно. Опа. Оу, щас, фак. Фак. Сэм. Эффектно, друзья, настоящий убийца, спокойно. Сейчас. Переворот, ты понял, переворот и сделал. А, все, легкотня, поехали. Легкотня, понял, красиво, тихо, чувачки. Чувачки, тут расстрел, перестрелка, спокойно, тихо, я пошел, красиво, тихо, переворот. Переворот, спокойно, переворот. Тихо, ой, тихо, чувачки, прекращайте. Прекращайте, я не с вами, вы сами с собой там атакуете, спокойно, я ухожу красиво, спокойно. Сохранялка, это самое тут не, дурацкое сохранение, тихо. Он все тут один, я, конечно, без проблем, красивенько. Переворот и убиваю, чувачок! Все, без шансов, я как этот самый скрим. Крик! Тихо, так, красная фиксация, так, обнаружение пошло, тихо, аккуратно. Так, ну это мы уже разобрались, это мы уже поняли, это я сейчас не понял, ну-ка, почему не нажимаешься, тихо, вот так вот, да, быстрее, Сэм, давай, вот так вот, орудуй красиво, опа, и последнее, тихо, опа, все. Просто на нее попадать надо, и все, и красивенько, попадаешь на нее, бьешь, все, она открывается, она. Все легко и просто, тихо, переворот, красиво. Так, чувачок, мудачок, дурачок, ублюдок тут один. Чувачок, а это извини. А это Сэм. Чувачок! Ох! Фига, как он лезвием работает, друзья. Лезвием работает он, конечно, жестко. Жестко он работает, да. Так, это что такое? Это ружье. Сколько полезных штучек. Дробовик с несмертельными зарядами. Хорошо. Окей, ружье, автомат у меня на мечах, поэтому я дальше иду спокойно. Так, нам нужно что-то отключить, да? Нам нужно от мятежников этих самых отключить. Там камеры какие-то нужно. Так, вот это вот, да? Окей, снова софт. Ваш софт говно, я настоящий айтишник. Я еще тот хакер. Да, Сэм Фишер, снова да. Снова аккуратно, снова я разгадал и красивенько Сэма Фишера показал. Красивенько Сэма Фишера я показал, да. Так, я значит, камеры все открыл зачем-то. Я вот что-то не помню, ты а где... Ты должен был воспользоваться беспорядками, а не начинать их. Ты вышел из-под контроля, Сэм. И я тебя отстраняю, пока ты сам себе не навредил. В смысле? Да. Окей, друзья, походу надо было только этот самый софт взломать, эту самую систему, друзья. Надо было... Так, спокойно, 73. 99. Ну, тут вообще легкая, конечно, херобора вообще легкотня. Просто на изи это все самое делаю, да. Для Сэма Фишера это вообще легкотня. Это вам не Watch Dog какой-то, да, чтобы там оперативненько взломать все подряд. Это Сэм Фишер. Красивенько, аккуратненько, да.
Хаос создал, красивенько себя показал. Нам пилотную серию организовал. Красиво сюда нажимает 1403. Пароль везде одинаковый. Вот такой вот пароль дурацкий, друзья. Пин-код, да, 1403. 14 марта 1403 год. Так, куда нам вверх, вниз, куда? Никуда не нажимает, только вверх, поехали. Поехали вверх, значит. Нам нужно куда-то на крышу походу. Так, спокойно. Так, окей, спокойненько. Так, этих чувачков я оставляю и сюда красивенько забегаю. Так, нам нужна крыша. Что? Бразия! Кажется, мне нужна твоя помощь, сам. Я сказал, бросай! Бросил, бросил уже! Так, Джемми! Усюка! Усюка! У тебя Сэм Фишер сзади! Я вынужден снять тебя, Сэм. Слишком много жертв. Алло, в смысле? Алло, в смысле? Жертв много! Я хорош, ты чё? А как играть-то будем? Фак. Окей, друзья, я снова здесь. Это настоящий фейл, друзья, был в исполнении Сэма, друзья. Нельзя было бы убивать этого самого чувачка. Ты понимаешь, он слишком много убил. Опа! Ну, можно маленько поточнее, но на подстраховке сыграл-то красиво. Просто, спасибо, просто настоящий крутой чувак. Ловкий парень. Если тебе некуда пойти, я знаю людей, которым ты можешь пригодиться. Да тут настоящая война началась. Как же нам выбраться? Погоди, Джемми, у меня идея. Вертолет? Да ну и эту стену. Давай улетим отсюда. Бежим! Давай-давай-давай, вперед! Мув! Опа, красиво, паркур. Походу, Сэм еще и паркурчик еще тот. Самый, тот самый 13-й район, спокойно. И чё ты встал здесь, как дурачок? Он встал и смотрит на этот вертолет. И чё? И в смысле? И не понял сейчас. Стоит, смотрит, как осел. Стоит, смотрит на дождь. Я не понимаю, что с этим чувачком не так. Спокойно. Ладно, если он не идет, то я пойду спокойно. Спокойно. Сэм сейчас все решит. Сэм сейчас все разъяснит нам. Все покажет, все расскажет. Я говорю, я в эту игру играл, но, походу, не до конца. Поэтому, друзья, некоторые моменты я не вспоминаю, друзья. Не вспоминаю некоторые моменты. Вот сейчас играю и помаленьку вспоминаю. Спокойно. Походу, я эту игру, друзья, завершил на этапе начала или на этапе завершения. В общем, друзья, я эту игру так и, друзья, походу, и не прошел. И так ее не завершил. Все. Красиво, красиво, красиво. Сэм нас просто сегодня, друзья, удивил. Красивенько сюда нажму. И, в общем, все, друзья, на этом, друзья. Это было две миссии для вас, показал нам в исполнении миссии Смитплея. Соответственно, нам Сэм Фишер продемонстрировал свои две эти самые миссии, друзья. В общем, что не убивает, делает нас сильнее. Колония. В общем, первая серия, две миссии мы с вами прошли. 71% здесь уже намного лучше, друзья. Но я не по той системе иду, где нужно бесшумно все это самое делать, чтобы 100% было. В общем, это Sprintal Cell, друзья, это... Двойной агент для вас сегодня работал, как и всегда, Александр Смит в исполнении миссии Смитплей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. И всем до встречи в следующих прохождениях игры Sprintal Cell Double Agent. Двойной агент, друзья. В общем, всем пока!